Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о муравьях. И начнем мы о Campanotus parius. Что же нового произошло с моей колонией? А из нового всего лишь три вещи. Первое. У нас появился суперсолдат. Размерами буквально, он реально огромный. Он превосходит любого рабочего. Размерами он с половину матки. Но пока еще не понимает, что происходит и где он находится. Вот только недавно вылупился. Второе. У нас просто огромные кучи расплода. Это и коконы, это и личинки, это и яйца. Но по рабочим у нас сейчас их 20 штук. Почему? Об этом я вам расскажу буквально через несколько секунд. Да-да, вы правы, это рабочий Campanotus parius в пробирке с маткой Campanotus nicobarensis. Зачем? Почему? Сейчас я вам подробно все расскажу. Как вы помните, эта матка у меня с августа, и вообще ничего не происходит. То есть расплода нет, рабочих нет, личинок нет. А если появляется, то она их съедает. Поэтому я пошел на хитрость. Взял с арены 5 рабочих Campanotus parius, кинул их в воду, утопил. И потом этих утопленников закинул в пробирку к матке. Как вы можете увидеть, буквально спустя 2 дня у нее появился расплод. Рабочие агрессии не проявляют, кормят ее. Что будет дальше, мы с вами посмотрим, все с вами увидим. Буду держать вас в курсе. Также я подселил рабочих к матке Campanotus turkistanus. Почему? Все то же самое. Матка у меня с августа, ни расплода, ни яиц. Как бы, ну, яйца, понятно, что расплод, но как бы ни расплода, ни рабочих нету. Да, были попытки у нее один раз. Довела она рабочего до кокона, но рабочий кокон не смог до конца открыть и погиб. Уже месяц матка сидит без расплода, поэтому пришлось подселить рабочих к этой матке. Как вы можете видеть на фотографиях, рабочие матку тоже кормят. Как-то так.